Да уж, под лед мы еще не рыбачили. Закидывается удобно. Палочка прям, ух, хорошая. Весик у меня 1 грамм. У белки тоже граммовый пиксик. Откидаем лед. Зашел, кстати, вчера мы вот где конец льда были. А сегодня уже стоим здесь. Спиннинг сегодня Crazy Fish. Эбису Голд. И катушечка Дайва. Кстати, катушка самая бюджетная. 2000 рублей не стал тратиться. Смысла не вижу. Так как тут такое увлечение, можно сказать. Не знаю, понравится мне, не понравится. Может, понравится. Пока все прям супер. Крючки от Fanatic. Приманка Кондор. Такой монтаж неплохой. 2 грамма нацепил. Вот куда хочешь, туда и забрасываешь. 2 подмотки и вытаскивает. Ну, по-другому никак. Ну и чё? Чё не было? У меня непонятно, то ли тут что-то стукнуло, то ли это там зацеп был за деревьях, потому что здесь-то все равно зона пляжа. Ну, у меня вчера так же было, как стукнуло, и потом он кучку вот так нырнул. Вот у меня вчера так. У тебя что, машинное масло? Да. Удобно, да? Угу. Как захотел, так и кинул. Я на лед кидаю на краешек, потом чуть стащу, и она прям... Ну. Ну, здесь, ребята, пляж был. Я уже говорил, мы вчера вот где конец льда, там рыбачили. Льдина пошла. Остался маленький такой кусочек. Блин. Ну, сегодня прям такая мармадрочерная рыбалка. Такая, на миллиметражи. Кто попадет в дырку быстрее. Ладно, хорошо. Мы здесь попробуем. Че, как где? Да никак. Пиписочная рыбалка на пиписочные снасти. Да, ну, я вам под лед туда подкидываю. А нет, давай я отойду лучше. Ну здесь что-то цепляется, я не знаю, может кусты или еще что-нибудь. Кстати, вон там корабль ломает лед, здесь вот уже прошел. Он и сдвинул вот эти вот все льдины. Что, закидывай свой пиписочный спиннинг. Здесь? Кстати, веревка от Fanatic обалденная. И намотка, ну не скажу, что идеальная, но идеальная. Почему обалденная от Fanatic? Потому что вчера было много зацепов. И крючки от Fanatic на руку намотал. Сдавило все полностью, еле вытрул. Обычно вот мы брали веревки другой компании, бесполезные. Чуть-чуть дернул и оторвал. Сейчас чуть не зацепил. Кто? Об дерево, что ли? Пиписочный рыбалка, пиписочный стол. Да-да. Кстати, первый раз складываемся.
все легко и просто. Вот и все. Почти. Можешь их и не ставить, будет низкий стол. Конечно. Во. А, там защелки. Ну да. Все. Вон там, та сторона не все. Сейчас. Вот это, разве защелка? Все. А, вот так. Пожалуйста, сюда. Во. О! Красота. Да, а то у меня телефон, кстати, некуда ложить. Это для телефонов столик. Столик для телефонов. Ну все, теперь надо что? Кофе? Его и кофе. Ровно стоит, нормально. А? Ровно-ровно стоит. Не трогай его сейчас никуда. Апельсины. Что еще девочки надо для рыбалки, да? Ага. Два апельсина, ложечка. Апельсинчики. Апельсинчики. Это для питья. Нет, это лимонное. Зачем? Ну я говорю, это для питья. Ну я сдую. Зачем? Положи это туда. Видно, что это. А как вот нам огонь держать? Не знаю. Ну что-нибудь придумаю сейчас. Да, вот так. Сносит ветром. По-другому никак, ребят. В три еще пришлось в ямочку все запихать. Надо нам эту штучку. Какую? Загородительную. А, ну, ветровик, который... Но... Будем смотреть, что и как. Вода прибывает. Не так быстро, конечно, но прибывает. Сюда поставлю. О, замечательно. Не прошло и 20 часов. Вот так вот, ребята, когда сильный ветер, приходится сходить с ума. Слава Богу, успокоился к этому моменту. С горя пополам. С кофеечком у вас. Кружки следопыт, кстати, правда сказал. Не горячие. Ну, вот это вот не нагревается. Ручка, да, не нагревается. Вот и приманка кондор. Никакущая. Я ее уже мучил. Играть играет. Ну, вроде не цеплялся ни за что. Или добить ее уже. Ну и что, как тебе кофеек? Кстати, крючки всем советую. Вот такие от Фанатика. Обалденные. Просто обалденный. И душка, видите, здоровая, приманка играет. Зачетные вообще крючочки. Сколько их? 5 штук, да, там? 6. Ну, вот если там гадость какую-нибудь берем, то 10, а этих 6. Куда? Вон наша палочка уже. А нет, это он. Она вот сюда не сваливает, надо случайно. Это походу то, что он плывет, поэтому вот такая фигня. На, снимай, а если что, я буду это. А, ну фоткай, ладно. Да я не думаю, сюда да и не дойдет. У меня белая приманочка вот такая вот не сработала. Что-то надо поставить съедобное. Вот такую попробую.
забабашить. Вот такую кракозябру. Вот это вот китайская, не знаю, не играет она. Что-то как-то. Хотя кто-то ей уже это одну ногу отъел. Так уже неделю все вокруг горит. А мы продолжаем нашу мармар-дрочерную рыбалку. У тебя? Стабильность. Коротко и ясно. Вот это оторвалось. Уже вот пошла плыть. Сейчас вон та оторвется вот посередине. По мне так стол есть, приманки есть, вода есть, кофе есть, что надо еще? Ничего не надо. Ну. Что, попробуем еще запарить? Ага. Ну, сейчас ветер не такой сильный. Да лучше на стол. Как же мне его вытрясти-то? Прям под лед. Профессионал. Все, сезон открыт. Комаров покормили, лед погоняли. Он еще месяц будет стоять. Ну, еще не растает. Корабль прошел, смотри. Так же сегодня. И так же осталось. А тут течения нет. Ну. Так, что я? Все? Да я-то все. Ключи где от машины?